тогда мы сегодня это залезаем, вот это мы. Все, вот мы прошли через забор. И снимаем, короче. Сейчас. Там, если что, стоит машина с охраной. Да. Отвечай. Лейл, забыли. Не надо. Посоветуем. Ведем себя максимально тихо. Полицию убираем. Не светимся. Пошли. 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 Вот наверх. Короче, пошли на самый верхний. Блин, я думала, уже петля времени. Блин, ну ты нарушил закон, что сюда прошел. Я не боюсь это. Братан, братан, ты понимаешь? Пошли уже на самый верх. Пошли. Они там ушли уже, да? Окей. Окей, о, красивый налог. Да, 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 тут жгли костры. Стоп. Тише. Тихо. Ну тут, знаете, тут можно делать свой домик. Ну типа, домик, серьезно. Не, ну таскай сюда деток. Сделать вот тут дверь. Там охранник. Они ничего не... Да, наверняка. Стой, 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 стой. Капец. А, они уже здесь. А, короче, нормально, нормально, нормально. Да, нет, они просто другие сталкеры. Ну, типа, смотри, Орфанечка. Ходит. А? Охранник вешает. Блядь. Он вышел. Отсюда! Смотри! Охранник вышел! Охранник! Офигеть! Слушай, братан, надо наверх подниматься! Наверх, наверх! Эта бабка, наверное, нас запалила! Офигеть! Скорее всего! Ну, потому что... Быстрее, быстрее! Быстрее! Офигеть.
последнему тоже. Ну ладно. Офигеть. Возможно, провалиться на изи. Офигеть. Тихо ты! Два, три! Блин, это рисково, братан. Смотри, я сейчас попробую. Нафига. Бро, ты знаешь, если что, то самое опасное место. Тут охранники сразу сюда поднимаются. Так что пошли уже. Ну, давай сюда еще сходим на камеру. Тут можно походить вот так. Блин. Все ради камеры. О, офигеть. Пошли, короче, вниз. Но сейчас охранник еще поднимется. Ну, нафиг. Окей. Не, ну может быть он сюда поднимется, серьезно, а то это такая больница. Оп. Ты что? Ты сидел? Дебил, конечно. Я просто тихо, Лейла. О, там больница! Слезай сюда. Слезай. Давай не будем палиться, ну, просто типа ходить внутри здания, но не палиться снаружи, не вылезать наружу. Теперь мы ходим более какое-то место. Нет, вон там, вот там можно, вот там уже. Нет, теперь мы ходим, вот там уже. Пацаны, привет! Окей, ладно, пока, прикольно. Холодный дух. Кто знает, напишите в комментариях. Тут можно спуститься на 2 этажа. Короче, вниз надо спуститься, тут. Там, да, вон там. Там, да. Там, серьезно, там можно провалиться на изи, по сполу. Где? Конечно же! Они нас запалят. Ну не они. Там баба вот эта. Так, пошли. Ой, тут нормально, может быть, весело. Тихо. А? Я тогда сюда. Я не знаю, зачем он меня сюда принял. Появилось какое-то что-то новое. Ага, насипика какой-нибудь нафиг. Блин, следующий серии, короче, надо будет. Не знаю. И там тоже можно вылезть. Ой, я не так. Вот именно. А здесь слишком скучно для ворот. Блин, следующий серии, короче, надо будет. Тоже можно вылезть.
наши есть. Подожди. Спасибо.
еще раз ломаться. Может, там вылезем? Пойдем, короче. Блин, мне с ними за санёрки, короче. Мне кажется, знаешь, такие, когда они рядом... Не, серьезно, они же за нас ответственности никакой не несут, да? Вот, ну вот пусть они поддакивают нам. У меня нет фонарика. У меня на камеру нет фонарика. Серьезно, ты где-нибудь видишь здесь фонарик? Он ведь потом потерял эти очки. Офигенно, тут атмосфера, конечно. Мне тут нравится вообще. Ой-ой-ой. Иди сюда, тут голод мертвый. Тут голод мертвый валяется. Зачем он тут жил? Зачем он вообще жил? Туда, не шумите здесь. Здесь не шуметь. Понял меня? Пожалуйста, хоть раз послушай меня. Здесь не шуми, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя умоляю. Здесь не шуми. Не шуми. Ты о чем ты это сделал?